Добрый день, наши уважаемые коллеги и партнеры. Меня зовут Ирина Овсянникова. Я являюсь директором по клиентскому сервису Европейского медицинского центра, который мы нежно и кратко зовем EMC. В первую очередь хочу поблагодарить Департамент здравоохранения города Москвы за приглашение к участию и возможность поделиться с вами нашим опытом и тем, какими принципами, идеями мы вдохновляемся, работая с пациентами. Мы существуем на рынке медицинских услуг уже 33 года. Начали свой путь с небольшого кабинета в центре Москвы, открытого при французском посольстве, куда было приглашено несколько иностранных врачей для работы с экспатами. Идея оказалась крайне успешной, и постепенно мы развились до нескольких масштабных клиник, каждая из которых имеет свой особый шарм и характер, а кроме того, сочетает в себе выраженный медицинский профиль и общую амбулаторию, покрывающую запросы наших клиентов. На сегодняшний день EMC – это уникальный мультидисциплинарный госпиталь, который помогает пациентам в рамках 57 медицинских специализаций. Помимо уже имеющихся объемов помощи, мы внимательно слышим нашего клиента и получаем множественные запросы на открытие дополнительных приемов, реагируем положительно, работаем над тем, чтобы быть комфортными для клиента. Благодаря всем направлениям и филиалам мы ежегодно оказываем около 2 миллионов услуг. Как вы можете видеть на презентации, доля стационарных услуг от общего объема оказанных составляет выручки более 30%. Мы, конечно, очень трепетно относимся к общим рейтингам. Мы понимаем, что любая получаемая награда – это результат работы всей команды, от сотрудников входной группы до заведующих отделениями и руководителей клиник. EMC – частная клиника, получившая аккредитацию GCI, что подтверждает приверженность высшему уровню качества здравоохранения. С 2018 года EMC является ассоциированным членом IHF – International Hospital Federation, и в 2023 году EMC вновь подтвердил свое членство в IHF, что открывает перед клиникой неограниченные возможности доступа к сотрудничеству с крупнейшими университетскими клиниками мира, в том числе клиники Мэйо и медицинской школы Стэнфорда. Также EMC является неоднократным победителем и обладателем международной премии Luxury Lifestyle Awards как лучший поставщик медицинских услуг класса люкс. В этом году мы присоединились к международным компаниям, двигающимся в сторону устойчивого развития, планомерно трансформируют цифровые возможности клиники. Большую часть коммуникации с пациентом мы перевели в наше мобильное приложение, что позволяет пациенту оперативно связываться с клиникой в чате, иметь круглосуточный онлайн-доступ к своей электронной медицинской карте, консультироваться с врачом онлайн в полностью защищенном окне и контролировать свои финансы. За время цифровизации компании нам удалось сберечь природные ресурсы и как приятный бонус получить международную награду за устойчивое развитие в 2023 году. В медицинской стороне нашей работы мы пользуемся только международными гайдлайнами и имеем соответствующие сертификации. Медицинский туризм, возможно, и в несколько иных формулировках присутствует с нами с самого начала, потому что международная атмосфера и концентрация экспатов и пациентов, и врачей – это наша основа и отправная точка. Готовясь к этой презентации, мне было приятно увидеть статистику, согласно которой за последние 5 лет в EMC обращались пациенты из 160 государств. Весьма впечатляющая цифра. Если смотреть на карте, из явно неохваченных у нас осталась Гренландия, несколько стран Африки, Южной Америки и островные государства. Сделаем повторную сверку еще через несколько лет и посмотрим вместе динамику. Чтобы предоставлять самый комфортный сервис нашим пациентам, российским и иностранным, мы постоянно совершенствуемся. Команда EMC разговаривает на 18 языках и в любой момент дня и ночи готова встретить клиента даже с самым необычным языком владения или диалектом. На протяжении всего периода работы мы стремимся к международному сотрудничеству и принимаем в клинике пациентов со сложными случаями. Часть из них целенаправленно приезжала за помощью в EMC, другие приезжали к нам, получив специфический опыт лечения в других странах, не всегда удачный. Для нас большая честь помогать всем пациентам, и отдельно мы рады принимать и оказывать помощь тем, кто, имея возможность лечиться за рубежом и ранее активно пользуется такой опцией, по сложным случаям или регулярным выбирают именно EMC.
Гордимся таким выбором пациентов и ежедневно работаем над оказанием первоклассного медицинского сервиса, понимая, что наши взыскательные клиенты ожидают от нас большего и не только идеального процесса лечения, но и большого внимания, заботы, выполнения иногда особых и уникальных поручений. Для развития лучшего клиентского пути для наших пациентов мы принимаем опыт сильнейших специалистов и клиник со всего мира. Безусловно, частью этого процесса является работа с врачами-экспатами, которые делятся особым международным опытом и с благодарностью принимают уникальные российские разработки. Вместе мы ищем лучшие пути лечения и восстановления для пациентов, главная задача которых – взять заболевание или диагноз под строгий контроль и вернуть пациента к привычному ему качественному уровню жизни как можно быстрее. Именно поэтому так важен полноценный всесторонний подход к наблюдению пациента, контроль всех его показателей и действия на опережение с помощью превентивных возможностей. В ИМСИ мы верим, что любой человек должен иметь свой особый план здоровья, созданный исходя из его личных желаний и потребностей, и это еще один инструмент в жизни человека, который позволяет получать максимум положительных эмоций от каждого дня. Одна из наиболее масштабных частей нашей работы – это обеспечение высочайшего уровня стационарной помощи. Мы открыты для госпитализации пациентов по всем профилям круглый год в любое время суток. Наш стационар, операционная реанимация всегда готовы для помощи пациентам. В клинике всегда присутствует достаточное количество профильных специалистов, благодаря чему мы готовы принимать пациентов по любым нашим специализациям в любой момент. В ИМСИ широко развита система мультидисциплинарных консилиумов. Они проводятся еженедельно, на постоянной основе и регулярно собираются по особым случаям. Здесь стоит сказать, что помимо постоянных врачей-экспатов, которые работают в ИМСИ, у нас развита масштабная сеть удаленных контактов по всему миру с ведущими врачами и лабораториями. Благодаря современным возможностям телемедицины любой пациент ИМСИ внутри клиники может получить всесторонний взгляд, второе, третье мнение на свой диагноз и оптимальные варианты лечения. В хирургических профилях мы работаем с наиболее актуальными видами лечения, руководствуясь принципом «не навреди». При любой возможности выбрать органосохраняющий подход лечения, наши врачи поступают именно так. Одна из самых примечательных историй развития науки внутри ИМСИ связана с тем, что нейрохирурги и лучевые терапевты клиники запатентовали метод лечения рецидивов глиобластом с интраоперационным применением брахитерапии, который позволяет существенно продлить жизнь пациентам с таким диагнозом и сохранить качество жизни на гораздо более длительный срок, чем при прежних схемах лечения. В стенах ИМСИ удалось продлить жизнь 52 пациентам с этим тяжелым диагнозом. И самое главное, что новый метод уже применяется в передовых госпиталях мира. Мы трепетно подходим к заботе о пациентах внутри стационара. С целью облегчить и улучшить их пребывание в госпиталях ИМСИ мы предлагаем на выбор премиальное размещение в одноместных и двуместных палатах, VIP-палатах для всех пациентов и их сопровождающих. Будущие мамы могут разместиться вместе с папами и в окружении комфорта, заботы прожить самые запоминающиеся события – рождение ребенка. Все варианты размещения оборудованы комфортными и безопасными регулирующимися кроватями, кислородом, пространством для нужного оборудования, пультом для вызова персонала. По состоянию здоровья или желанию пациента мы всегда можем организовать индивидуальный сестринский пост для круглосуточного присутствия медицинской сестры в палате и непрерывного внимания пациенту. Каждый госпитализирующийся пациент, помимо врача и медицинской сестры, имеет персонального госпитального менеджера, который готов организовать все необходимое здесь и сейчас. Например, особый медицинский процесс, а также может взять на себя приятные хлопоты, устроить праздник, если день рождения проходит в стационаре, спланировать выписку из родильного дома, пригласить мастера по маникюру, педикюру, визажиста, парикмахера. Особая наша задача – радовать пациентов разнообразным меню, которое составляется не только исходя из врачебных рекомендаций, но и учитывая индивидуальные пожелания пациентов. Мы готовы предоставить блюда гостям, придерживающимся особых принципов питания, и даже приготовить по индивидуальным домашним рецептам, чтобы каждый пациент смог почувствовать себя в стенах ИМСИ как дома. Моя основная задача – формирование сервисной стратегии. Две ключевые линии развития – это пристальное внимание к нашим первичным пациентам и особый подход к сервису внутри клиники.
Каждый новый входящий в МС пациент – это платформа для плодотворного многолетнего партнерства. Мы измеряем успех проделанной работы возвращением пациентов по необходимости и, разумеется, рекомендациями от пациентов своим близким. Наша задача – дать первичному пациенту понимание, что мы всегда рады его видеть и всегда окажем всю необходимую поддержку. И самое главное – возьмем на себя все задачи по организации процесса, снимая с пациента необходимость волноваться о деталях его пребывания. Особый подход к сервису заключается в бесшовном пути для пациента, и нам крайне важно обеспечить теплую передачу от специалиста ресепшн к ассистенту отделения и далее от врача к врачу. Принцип наличия врача-куратора позволяет пациенту общаться с одним ключевым доктором, который позаботится о подборе наиболее подходящих профильных специалистов, заранее проговорит план визита и ключевые вопросы к обсуждению. В любой спорной или неоднозначной ситуации любой сотрудник клиники приложит максимум усилий для разрешения задачи, а если это потребуется, эскалирует ситуацию для обеспечения наилучшего сервиса. Двери всех руководителей и топ-менеджеров компании всегда открыты для дискуссий и обсуждения наилучших вариантов решения вопросов наших клиентов. Контроль обратной связи от клиента-пациента – это ключевой процесс для сотрудников и руководства клиники. Основываясь на отзывах и предложениях, мы формируем дальнейшую стратегию и корректируем текущие алгоритмы. С каждым новым пациентом после первичного визита проводится небольшое интервью по ключевым метрикам, которое помогает нам измерить впечатление и ощущения пациента. Кроме того, абсолютно любой пациент клиники или его близкий человек может дать нам комментарий о своем опыте. Для анализа всех комментариев в компании есть команда отдела по работе с клиентами, которая модерирует разбор процесса и помогает представителям всех дирекций внутри клиники беспристрастно оценить проделанную работу. Основная цель этого анализа – дойти до самой сути каждого процесса, погрузиться в глубину ощущений, которые испытывает клиент, находясь в ЭМС, и далее оттачивать и развивать наши компетенции. Ежемесячно отчеты по обратной связи анализируются руководством компании с участием генерального директора и топ-менеджеров. По умолчанию каждый наш пациент – это особый гость. В благодарность за обращение в ЭМС мы придерживаемся высоких стандартов обслуживания и имеем обширную программу лояльности, которая дает пациентам возможность использовать бонусные баллы на медицинские услуги. Все пациенты, которые имеют статус платином по нашей программе лояльности, автоматически становятся для нас VIP-клиентами и получают дополнительные привилегии. В рамках отдела по сопровождению VIP-клиентов, который мы сейчас активно развиваем, мы предлагаем следующие опции – полное сопровождение пациентов и их семьи внутри клиники, контроль необходимого лечения и назначения, организация консилиумов, организация лечения в ИМС, выделенная линия колл-центра и при необходимости организация лечения и за рубежом, присутствие на линии с клиентом 24/7, коммуникация в режиме одного окна, выполнение любых особых поручений. Мобильное приложение, которое я упоминала ранее, это ультрасовременный инструмент, включающий в себя целую клинику внутри телефона. Оно сочетает в себе множество значимых функций, дающих клиенту удобство, скорость использования и абсолютную конфиденциальность. Рада отметить, что анализируя статистику по использованию приложения, мы обнаружили, что пациенты абсолютно любого возраста готовы использовать цифровой сервис. Современный подход к медицине невозможен без цифровизации процесса. Во всем мире регулярно появляются новые гаджеты, устройства, способные упростить для пациента процесс лечения, а для медицинских учреждений оказать поддержку, тем самым улучшив результаты. Мы стараемся применять в нашей ежедневной работе с пациентами лучшие цифровизированные устройства. Для этого представители клиники регулярно участвуют в международных конференциях и всегда находятся в поиске новых идей и решений.
Уже сейчас мы контролируем риск падения пациента в стационаре, а это золотой стандарт GCI. Через видеомониторинг, работающий на основе искусственного интеллекта, наблюдаем за самочувствием пациента дистанционно через устройство TytoCare, особенно актуально во время отпусков и временных релокаций наших пациентов. Измеряем внутренний метаболизм индикатором Lumen, а также испытываем увлекательные устройства, например, неинвазивный мониторинг продуктов гликирования H-Reader. Предоставлять высокий уровень медицины и сервиса было бы невозможно без непрерывного обучения и развития нашей команды. В компании широко развита корпоративная культура, значимая часть которой – постоянное обучение. Каждый новый сотрудник в клинике имеет своего наставника, который следит за гладким процессом адаптации, погружает в новые алгоритмы и отслеживает результат. По достижению испытательного срока у сотрудников появляется индивидуальный план развития с прозрачными точками роста и контроля. В компании регулярно проводятся тренинги, часть из которых помогает выстраивать гладкую бесшовную коммуникацию с клиентом, а другая нацелена на баланс и гармонию для каждого сотрудника. Нам важно, чтобы сотрудники были полны энергии, энтузиазма, поэтому мы помогаем им выдерживать и соблюдать баланс между работой и восстановлением. Счастливый сотрудник всегда равно счастливый клиент. Школа EMC – это образовательное пространство для врачей, которые хотят развиваться в рамках своей клинической специальности или получать новые знания в смежной. Каждая специализированная кафедра регулярно проводит конференции, которые позволяют узнать о последних медицинских разработках, подходах, провести дискуссии, получить новый опыт. Помимо ранее описанных тренингов, конференции и образовательные классы в школе EMC – это возможность для каждого врача, как внутри клиники, так и любого желающего, открыть для себя новые знания, развиваться, помогать пациентам, соединяя новую информацию и опыт. Я благодарю вас за возможность поделиться структурой и процессами EMC. Мы много лет имеем различных партнеров, от индивидуальных агентов до крупных компаний, которые доверяют нам своих клиентов. Наша задача – сотрудничать бережно и открыто, в тесном и понятном взаимодействии. Выстраивание прозрачных и дружественных отношений с партнерами – наш приоритет. Поэтому мы всегда открыты к новым контактам. Спасибо!